Маржан Турлыбек – визажист. Даже после окончания вуза по языковой специальности по зову сердца она выбрала направление моды. Нужно не бояться идти к своей мечте, отмечает девушка. Я окончила университет имени Шукана Валиханова, обучалась по специальности казахский язык и литература 4 года. Но работа с детьми требует очень большой ответственности. У меня было хобби красить других, себя, и я решила это развивать. На данный момент у меня хороший ежемесячный доход. Бизнес-спикеры рассказали молодежи о возможностях ведения бизнеса в стране. Кто не рискует, тот ничего не получает, считают молодые предприниматели. Мы даем направление студентам, которые окончили учебу, но не могут найти место работы. Например, с помощью каких государственных программ они могут открыть свой бизнес. Молодые местные предприниматели проводят лекцию для молодежи, стремящейся создать хоть и небольшой, но отечественный бренд. Для устойчивого развития экономики страны необходимо поддерживать молодых предпринимателей. Ведь молодые казахстанцы – это будущее страны. На сегодняшний день существуют различные программы поддержки молодежного предпринимательства. Зарина Беккалиева, Сауле Сезбек, Бауыржан Смагулов, Кукши Ахпарат.